Спортивный праздник во дворе дома по улице Доватора для маленьких жителей устроили сегодня волонтеры. Мероприятие прошло в рамках творческо-спортивного проекта «Семья». Ребятам напомнили правила таких дворовых игр, как «Пять камней», «Ручеек», «Резиночка», «Казаки-разбойники» и многие другие. Перед играми ребятам провел зарядку чемпион Европы по версии WBC Асламбек Козаев. Проект реализуется с 2016 года. Весной в планах подвести итоги. Участников ждут такие мероприятия, как парад детских колясок, дворовые состязания. Победители получат кубки, грамоты и призы от партнеров и спонсоров проекта. В рамках проекта запланировано 10 выездных программ. Задействовано будет порядка 3500 из 180 дворов города и 60 волонтеров. Проект создан для того, чтобы укрепить семейные ценности. Для нас очень важно возродить интерес детей к дворовым играм, чтобы ребята меньше сидели дома, в телефонах, больше уделяли времени на природе, во дворе, на прогулке.